Всем привет, мои хорошие, соскучились! С вами опять ваша любимая Марья Ивановна из села Кукуево-Мухосранского уезда Задрищенского района. И это очередная веселая распаковка товаров с сайта Алиэкспресс. Приветики! Сегодня немного посылочек, но все ж таки что-то наприехало. Но вначале хочу объявить бессрочный конкурс. Послушайте внимательно условия. Еще раз всем привет. Объявляю очередной, теперь уже бессрочный конкурс. В конкурсе будет разыгрываться одно украшение из серебра и даже, возможно, из золота 585-й пробы, потому что украшение будете выбирать вы сами стоимостью до 1000 рублей. Украшение одно в месяц, но вы можете его выиграть. Но при условии, если в вашем населенном пункте, либо в соседнем населенном пункте, в который вы ездите, есть фиолетовый магазин. Фиолетовый магазин – это Wildberries. Я не собираюсь делать ему рекламу, тем более, что есть очень много негатива к этому магазину и претензий. Но, тем не менее, мне удобно делать заказ в этом магазине, чтобы вы забирали свои призы. Таким образом, я не пользуюсь почтой, а, как вы понимаете, все призы я оплачиваю со своего кармана. Итак, для того, чтобы получить приз, то есть я выберу любое абсолютно видео, которое вышло за месяц. То есть 20-го, сегодня у нас 20 мая, 20 июня, я выберу абсолютно любое видео, которое вышло у меня за месяц. Все, что вам нужно будет писать, комментарий, причем в комментарии вы можете написать все, что угодно, но в начале этого комментария должна стоять буковка W и должна быть ссылочка на вашу соцсеть ВКонтакте либо в Одноклассниках. Если ваша страница ВКонтакте или в Одноклассниках закрыта, пожалуйста, примите меня в друзья. Ссылки на мои соцсети есть в описании под видео в инфобоксе, чтобы потом не случилось, что ваша страница закрыта на амбарный замок, и я не могу проверить. То есть за этот месяц вы пишете комментарий под любыми моими видео, и вы должны сделать хотя бы один репост любого моего видео, который выйдет за этот месяц. И 20 июня я разыграю одно украшение. Оно может быть в серебре, оно может быть в золоте. В золоте есть тоже украшение до 1000 рублей. Можно найти сережки, и можно даже найти какой-нибудь кулончик стоимостью 1000 рублей. 585-й пробы. Так что, девочки, дерзайте, мальчики тоже, может быть, кто-то своей любимой, ненаглядной жене, сестре, дочке, маме хочет тоже что-нибудь выиграть. Но одно украшение в месяц. Все подробности конкурса я еще продублирую у себя в группе ВКонтакте. Ну, а теперь веселая распаковочка с Марьей Ивановной. Ну что? Хочу посмотреть, что в таком гламурном голубом пакетике приехало. Что-то какая-то, не знаю, ну, что-то такое, посмотрим. Что-то такое прям, знамо-незнамо, щупало-щупало. Ничего не нащупало. Ты знаешь, что такое? Да. Что это такое? Это эти. Кто? Которые в воде растут. В воде растут? Да. Это гелевые шарики, да. Мы их купили что-то по одному центу, кто выпустил мамонта. Мамонт нам будет мешать снимать распаковку. Сейчас мамонта отведем. Спряталась. Ай. Ой, кусачая, рычачая. Давай, утаскивай ее в комнату, а то она сейчас тут будет мявкать. В общем, что-то за копейки какие-то брали. Я знаете, что хочу? Я хочу провести эксперимент и не в банках их выращивать, а понакидать их под растения на улице, что когда будет засуха, чтобы вот растения, ну, в общем, поняли, да? Кто сад-огород ведет, то знает. Господи, как же они называются-то эти? Крустелбул. В общем, поняли, растущие воде шаль. А пакет-то, я думал, чет, а там вон чога, господи. Вот тут, я думаю, пакет от Ксёпенга. Сейчас посмотрим, я-то там на распродаже особо-то не хапала. Даже не помню, чего взяла-то. Вот молодец. Заказала, даже не помню, чего. Ага, точно. Ксёпенга приехала. Ой, вот-вот. Вот оно. Дошли до чего? Раньше все в коробках приходило. Теперь он пакеты швыркают. Ну, хоть мешочек дают хороший. Такой прям мешочек им протирать хорошо. Украшения даже хранить хорошо. Так, что там? Сережки. Ай, колечко. Ой, два. А! Два по цене одного было. Вот, что, дочь, тебе взяла. Нет. Шестой размер. Красивая конь. Даже никакого пуда. Ой, совсем опустился магазин. Ниже при... И не пишите в комментариях.
комментариях, что «Ой, много хочете, мало получите». Я еще раз повторяю, кто не застал золотого момента с ксупингом, тот не поймет. Тех, кто понахапал. Блестючая. Ой, какая блестючая. Вот так вот, два кольца, два конца, посередине гвоздик. Я думаю, только вот на это. О, слушай, на эту налезет тебе пальчику. А? Можно по отдельности, даже немножко маловато, да, шестой размер взяла? Вернее, великовато. Ну, классно, тебе нравится? Да, нравится. А, поносила и хватит, и хватит. Потом отдам после обзора, после распаковки. А то губище-то пораскатало. Ой, ну красивый вообще. Под наше золото 585-е. Ой, хапали, девчонки, хапали. Кто чего понахапал, кому что прислали, пишите. Так, тут какие-то маркеры, шмаркеры. Не знаю, что такое, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. О, резиночки с волшебной ручкой. Вот что это такое. Да это щупало, тоже щупало. Волшебные ручки и вот такие вот. Ой, слушай, я что-то, по-моему, заказывала зеленого, что ли, цвета. Не помню. Дай-ка листочек мне. Волшебные. Вот, а то мамка-то с этими удаленными обучениями. Ой, как оно называется-то, обучение-то это? Ну, которое через интернет-то. Чё ты руками-то разводишь? Не знаю. Дистанционное. Вон оно. О, сейчас память отшибло. Вон оно. Ошибок ребенок понаделает, мамка психует. Мамка скажет, пиши это, пиши то. Вон, опа, волшебство-то какое. Кто не видал таких ручек? Ага, вон оно чудо. Вот бы нам такое в Советском Союзе. Ой, было бы чудеса. Видали фокусы какие? Опа, опа, Америка, Европа. Азия, Евразия, сплошное безобразие. Вот такие специальные резинки. Тоже для этих ручек. Так, 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 так. Опа. Вот такая вот чудесная ручка волшебная. Янти ручки есть еще с цветными чернилами, но мы взяли синюю. И две резиночки. А то то, что было, мы уже посгрызли. Смотрим, улыбаемся. Сгрызли, теперь улыбаемся. Так, дальше. Так, тут еще маркеры какие-то. Не помню, что-то заказывала. Что за маркеры такие волшебные? Какие-то должны быть. Что-то чудо. Ой, на черном, по-моему, должны писать. Ага. Вон такие, небось, краской вонючкой. Сейчас посмотрим, потрясем. Так, видите, он белый пока что, новенький. Потом его вот так вот плюх-плюх-плюх-плюх-плюх-плюх-плюх-плюх. Ну давай уже, плюхай, ну. Ой. Не хочет. Сейчас землетрясение будет. Ой, да. Так. Ну, ой, не, пошла, пошла краска, пошла, пошла, пошла. Сейчас, ну новый, что поделать. Вон, видите, краска проступает, вот, вон. Проступает оранжевая краска. Сейчас мы его раскочегарим. Так. Все, пошел процесс. Вон какая. О, яркая. Вау. Вон тут. Вот черный пакет возьмем. Вон. Вау. 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 Ну, слушай, не такая и вонючая краска-то. Ну-ка. Например. Нет, не, нет, там что-то типа, как пахнет немножко как гуашь. Вот что-то такое. В общем, не вонючая. Не вонючая краска, так, и желтенькой. Желтенькой. Но на пакете сохнет плохо. В общем, на водной основе. На водной основе. 100 пудов на водной основе. Не вонючка. В общем, на тебе тут потыкай. Потом мы все это покажем. На. А то сейчас обзор будем снимать неделю. Так, что в ентом черном пакете? Сейчас посмотрим. Что-то совсем ничего нету. Что там маленькое, мало? А, вон оно что. Вот оно мне. Как раз сегодня об ентом говорила. Ента тоже для лифчика, для бюстгальтера. У кого лямки спадут с плечей? Вот. Угу. Девчули, мотайте на ус. Вот так вот цепляете за енти лямки. Вот за эти лямки цепляете, и ничего у вас не спадут. Здесь можно отрегулировать. Все, ребенок натютюкал. Давай сюда. О, желтый. Желтый такой яркий, аж салатовый, да? Да. Вон какой. Ой. Точно на водной основе. Он сразу захватило. Ну, красиво, слушай, вообще, да? Да. Вау. Желтый оказался салатовый такой, желтый, такой прям кислотный желтый. Хорошо, канцелярочки немножечко мы заказали. Что там дальше? Тут дальше что такое? Хрум-хрум-хрум! Так, хрумстящий, ой, заколочка. Кому? Кому? Это мне? Это мне, конечно, надеется, говорит, не мне. Ненавидит Енти краба ребенок. Вот я ее прям заставляю, заставляю. Она не хочет. Вот эта заколка классная, у меня вот такой уже раньше была. Зубья все пообломались. А это вся он такая перламутровая. Прям хороший такой краб, он такой прям намертво держится, с волос не сваливается. Хороший, очень хороший. Я думаю, можешь еще один заказать. Вот ентот-то ты у меня будешь носить. Не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да, так. Тут где-то по ощупам тоже еще один краб. Наверное, вот здесь вот. Что-то я там щупала, щупала. Еще один краб.
Надо заколки уже носить, хватит уже резиночки. Ох, я... Что это такое? Что это такое? Это вообще кошмар какой-то. Вот оно, чудо интернету. Ой, вот же ж. А, вот дай-то, дай. Вот нас сейчас с волос сниму. Вот то-то мы заказывали. Вон размер, и вот размер. Ой, вот везде-то нас наимеют. Да, ой, в позу поставят. Ответь, ты, твою, что ты? Что ты смеешься? Ну, где это видно? Ну, где это слыхано, то размер-то? А цена-то? Ой, ой, я ему поставлю звезду хорошую. Звездюля. Прям звездюлякаю ему звезду. На звездякаю звездей ему. Ну, я еще посмотрю в описании, может, я сама лошара чилийская не посмотрела размеры-то, но... Ну, ты ж просто... Ну, ты что... Ой, не могу. Все, хоть плачь, хоть стой, хоть падай. Ну, что ты будешь делать-то? Ой, вот так вот, да. Ты ж посмотришь, ой, скотиняко, щучий сын, продавец, так, тут, наверное, ничего нету, либо опять какие-то финтифлюшки, мать, какой-то микроскопический товар, что там такое, так, ой, это просто лет не помню, то ли за цен, то ли за сколько бы купили, халява, короче, то ли 5 рублей, то ли сколько стоило. Конечно, такое сами можете наделать. Ну, хотелось, чтобы призвали на халяву что-нибудь. Такой вот браслетик с ракушкой. Ну, прикольный. Прикольный такой. Ну, в пакете таком большом. Ой, ну, заколка. Ой, ну и что? Вот тут-то что-то понакладено непонятно. Сейчас посмотрим. Да уж, уж да. О, бусья. Ожерелье. Вот это хорошая штука. Смотрите-ка, бижутерии сколько, а? Вот это я люблю. Ух ты. Так. Ух ты. Красивенький. У нее, значит, регулируется длина. Вот они, видите, узелочки. Вот они. Можно вот так вот. Оп. Ух ты. Будет длиннее. Да. Обратно затянете вот так вот. Обратно не хочет тянуться. Плохо тянется обратно. Ой, а должна тянуться, вон тут эти, ну, я такие, ай, начинается утро в колхозе. Так, ладно, потом, вот, все, пошел процесс, все. Вот, бусины керамические, клоснёвые такие, да? Гепардовые, как бы. А мне как бы какие-то вот такие камушки морские, такие красивые. Красивые. Качественные, 140 рублей всего стоило, вот ем-то удовольствие. Собственно, а на этом-то сегодня все. Распаковочки, конец. Кто смотрел, тот молодец. Ссылочки все внизу в описании под видео, в инфобоксе. Ну и, как обычно, всем желаем мира и добра. А теперь... Марусечка! Ой. Вот все, ребенок помылся. Помылся ребенок. Ой, хорошо, да? Марусенька, мятики. Ой, новый лежак такой хороший. Ой, какой хороший новый лежак-то. Ой, мягонький. Ой, вот ведь чудо в перьях. Каждый раз, как мойка, так все. После мойки вот такие чудеса. Ой, да. Удобненько тебе так, да? Ой, хорошо-то, Маруся. Ой, хорошо. Ой, нашла мячик, да? Ой, какой мячик у тебя есть. Ой, ну скорее хватай его. Хватай мячик-то. Неси сюда-то мячик. Сейчас загонит под холодильник, потом будет плакать. Ой, ну покривляйся, покажи нам, как ты кривляться-то умеешь. Ой, Маруся. Ой, господи. Ой, какие хорошие мячики, да, на Алиэкспрессе продают. Ой, вот тебе забавы-то. Ой. Ну что, сегодня набегалась на улице Маруся. Ой, набегалась. Ой, ну поковыркай. Ой, куда ты там?
пошла пыль протирать под столами, нет? Там уж тебе все позакрыли, все барьеры понаставили. Ну, все, не хочешь больше веселить наших зрителей? Опять тебе мало лайков ставят. Будешь полы вытирать? Ой. Куда ты там удрапала? Что она там нашла? Корма кусочек? Не, корма кусочек нашла. Корма кусочек. Вкусный? Марусячечка. А что мама есть? А? Ай, что есть мамки? Ай-яй-яй. Попрошу выкинуть. Ой, только пошурши пакетами, да, Марусь? Ой. Вот так вот в команде выполняем. Ой, какую мама даст вкусняшку. Сейчас мамка даст, подожди. Ой, мамка ж не может камеру держать, пакетики открывать. Ой, ой, какая большучая. Ждешь? Лежать. На. Все. Ой, потащишь в комнату, под подушки зароешь. Нет? А в лежанку не хочешь, Марусь? Тут будешь грызть. Вот такие мамка вкусняшки дает, большие. Ай, вкуснее. Угу. Надо большие давать, то маленькие ты прям глотаешь, не жуешь. Ай, вкусная вкусняшка. Куриная грудка, вкусненькая. Ай, какая вкусняшечка. Угу. Ну что, Марусь, а, Марусь? Думаешь, еще тебе дам? Ты такая жадина. Ой, ты жадина. Вот такие вот вкусняшки покупаем. Вот. Куриное филе. Ой, так вот Маруська любит. Очень вкусные. Вяленые куриные грудки. Без соли. Очень вкусные. Маруська прям их обожает. Собственно, на этом сегодня все. Всем всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.